мы продолжим делать те техники, которые мы с вами нарабатываем уже третью неделю. Это встречный удар, либо контрдействие с ударом. А следующий проход ноги, перевод парта, выход маунт, баланс, выход на руку. И после этого немножко постарегуйте. У вас в среду и в пятницу будет уже завершающий спарринг. В следующей неделе у вас остаются только лапы, чтобы вы раскидались, не травмировались. 23 числа чемпионат области. Поэтому кому там вес надо уже подгонять, еще что-то. Вопросы по весовой категории, весогонке, если есть какие-то. Заранее обращайтесь, чтобы все было соответственно. Все, легко по кругу бегаем. Разбирайте, разбирайте. Хорошо, по плечам, по руке. Видели, пошли пальчиками вниз, опустили вверх, потянулись. Опустили пальчики. Ручки вперед выполнены, вытянули. И подскок на каждый подскок. Выбрасываем ручки вперед. На каждый подскок, чтобы движение было... Подскок на каждое движение, слушаем, что я говорю. Толкаемся ножками одним движением. Одним движением. Хорошо, легко бегом. Одна ручка на плечо, другой вращается. Вращаемся. То же самое делаем, чуть-чуть вращаемся. Еще раз. Хлопок, меняем направление бега. Тормоз, тормоз, я не твой. Я немножко лишь бухой. Руками навстречу друг другу, роботы. Направление бега меняем. На хлопок меняем руки. Пошли расчеты, что делаем. Старайтесь плечами себя по ушам провести и бедрами. Одновременно при этом скручивайте себя. Бедрами скручивайте, плечами работаем. Опрыгните, заводите руки. Как можно дальше? Как можно дальше руки прыжки попробовать? Хорошо, прижмем капусту. Как можно чаще? Вверх, вниз, ручки поднимаем. Как можно чаще? Чаще палец по голове, вторая бьет, а мозг лопок, руки меняем местами. Одна гладит, вторая бьет, не слышу стука про опустим голову. Поменять руки местами. Одна гладит, вторая бьет, прогрузируемся. Одна гладит. Добавляем вращение, направляем рекомендуляцию. Она когнитивные свойства мозга ваши отключила. Каждое движение можно выдохнуть и посмотреть на пятку. Скручиваем. Хорошо, на ком мельницу пошли сделать. Хорошо, сейчас идем так. Два к ногам, два в скольке, два прогнуться, два скольца, пятку пошли. Два к ногам, два в стойке скручиваем, два к пяткам назад выходим. Хорошо, руки к голове прижали, если хотите поговорить, выйдите, поговорите. Руки к голове прижали, идем маятником, ножки поджали, идем, греем мышцы кора, качаем. На мой лопок развернуться нужно и спиной тоже самое подвод. Вперед идем, выбрасываем два прямых, выполняем уклон, бьем задней ручкой. Опять два прямых под одноименными ноги, уклон, выбрасываем прямой. Прямой, прямой, уклон, прямой. Прямой,
центра тяжести. Не голод, не солнышко демпси делаете. На ножках подсаживайте, за счет ног ныряете. Не надо головой махать. Идем, скручиваемся. Колено навстречу локтям. Выкручиваем. Значит, маховое движение ног, скручиваемся навстречу маховому движению. Крутиться именно по кругу не тело, а не по кругу. Левой, левой, правой, правой. Касаемся груди, касаемся плеча. Касаемся груди, касаемся плеча. Прямо достаем груди, плеча. Себя плечо бьем, грудь достаем. Хорошо, теперь двигаемся вперед, выполняя небольшую отмашку. Три раза левой ножки, три раза правой. Раскидай таз, раскрутить бедра. Пошли, с отмашкой работаем. Большую отмашку руками даем. Спиной вперед идем, двигаемся. Идем спиной вперед, выполняем. То же самое. Постоянно. На месте не оставайся. Выполняем махи по всем траекториям. Бороду прижали, ручки у головы, махи по всем траекториям. Пошли, 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 махи делаем, бороду прижали. Руками сюда перекрыли, все махи в конструкции защитной выполняем. Делаем, делаем махи. Спиной вперед двигаемся, махи также выполняем по ходу движения. Бороды вниз прижмите, ребят. Делая мах, не высовывайте голову наверх. Наоборот, как черепаха в панцире голову прячьте. Легко бегом, заклёстом. Заклёстом. Колени опустились, идем на коленях. Идем на коленках. Кому болят коленки, не ходите на коленях. Идем, вращаясь на коленях. Вес навык аккуратно переносим и проносим. Забиваем коленки сначала. Просто на руку оперлись, перекатились, на руку оперлись, перекатились. Хорошо, теперь без опоры на руку идем. Без опоры на руку. Идем, идем. Забираем уже руками, вставляем таз. Полностью прижали. Хорошо, сейчас делаем шаг-шаг, полуприседа, прыжок лягушкой вперед. Пошли. Шаг-шаг, прыжок лягушкой. Шаг-шаг, прыжок. Шаг-шаг, прыжок. Спиной к зеркалу, два прямых, отвод в сторону. Два прямых, хорошо. Сейчас
Спинальные мышцы, два круга по 30 раз отжимания, выпрыгивание, пресс, спина. И потом два круга по 30 раз наклоны головой, плечи с ушами, повороты. Пошли. Две зоны. Перекатики поделайте, шпагатики чуть-чуть, на гибкость поработаем. Ну, по корабль. Делаем, ребятки, давайте. Выполняем бой с тенью по следующему заданию. Вы работаете сейчас первым номером, в основном преимущественно наносите связки с 2-3 ударов. Неважно, там рука, рука-нога, нога, рука-рука. То есть в голове держим, что вы первым номером работаете, наносите по 2-3 удара произвольно. Но на мой хлопок вы выполняете встречный удар коленом либо в корпус, либо в голову в подпрыжке. Представляем, что человек начал сокращать дистанцию, либо проходить в ноги, либо в клинч к вам лезть. Его надо жестко встретить коленом. Правой, левой ногой. Вопрос, что вы... Ну, постарайтесь просто максимально быстро реагировать на мой хлопочек. Договорились? Было либо добивание, либо выход на руку после добивания. Что мы сейчас с вами делаем? Мы сейчас с вами повторяем финишный прием, там выход на руку через добивание. Мы с вами, когда заканчивали технику, мы выходили на грудь, для баланса мы распирались, поднимали человеку голову, чтобы он не мог мастить, и распирали его ногами. Далее, после этого мы молниеносно, как тигры, бедра поднимали наверх и своими коленями стараемся сжать ему плечи, отключить руки наверх. И начинаем имитировать отсюда добивание. Вот так руками не машем, стараемся бить вертикально, перенося массу тела. Либо отсюда, либо сюда. В общем, не махайте руками просто так. И когда вы почувствовали, что человек из осознанной там, какой-то нормальной защиты начинает панически руки выставлять или там ими махать как-то, это для вас сигнал, что пришло время выполнять выход на болевой прием на руку. Как он правильно делается? Кто не посещал занятия, не видел финиш, который мы отрабатывали, основной принцип какой? Вы должны руку накрест... Заберите сюда. Быстрее. После добивания я увидел, что у него рука там выставлена беспорядочно, бесконтрольно вернее. Старайтесь прихватить так, чтобы вы своим кистью взяли его за трицепс. То есть не за кисть, а обязательно за трицепс. За куртку было бы вообще идеально взять его за куртку. Куртки нет, за трицепс, чтобы у вас было натяжение. Далее, вы его обязательно должны положить на бок. Раньше времени не нужно там, взяв руку, прыгать, не захватив его, не положив на бок. Он всегда на вас накатит, выйдет с приема. Когда вы его кладете на бок, он лишен возможности мастить. Далее вы рукой отключаете ему голову так, чтобы он не мог развернуться и использовать ее. Ставим ногу впритык. Не ставьте, у многих ребят получается вот такая ошибка. Взяли руку, голову отключили, ногу куда-то сюда суете. Ваша задача просто ногу перенести, чтобы у вас бедра по сути сжались. Вы должны своими бедрами обеспечивать плотный захват. Не надо вот таким образом
брать ногу и потом бабах с него спрыгивать. Он, естественно, убежит, вывернется или защитится. Поэтому, если вы плечи отключили, побили, взяли, поверните его на бок, отключите голову, бедра сожмите. И только когда вы почувствовали, что вы сжали бедра, желательно сразу руку положить сверху и спокойно, медленно вместе с ним спускаемся. Ручку взяли на рычаг и стараемся опускать ее так, чтобы большой палец смотрел сюда. Потому что если он будет сюда, там одна техника защиты, да, если ручка сюда, другая техника защиты. Все, опускаемся. Если вдруг он успел скрестить ручки, снимаем через пальцы, либо за счет упора ног разрываем ему руку. Все, наша задача. Сейчас один раунд, один отрабатывает выход на руку. Закинь еще. Нет. Вот так, да. Ситуации, когда он зашел на грудь, начинает вас добивать. Он хорошо вас может бить тогда, когда его центр тяжести находится по центру вашего тела и корпус выпрямлен. Для того, чтобы избежать самых сильных повреждений, в начале поединка, если вы вдруг случайно пропустили человека на грудь, желательно его подбить и упереть колено, чтобы у него ручки ушли в упор. С такого положения очень тяжело нанести сильные удары. Их он может бить, но они будут за счет того, что он упирается руками, не такими разрушительными. Понятно? То есть мы делаем, либо подбив упор, флажок называется, ставим флажок ему в таз, далее я прихватываю одну руку, он, естественно, будет выпрямлять корпус, я убираю ноги, перекрываю его обязательно ножку, держу захват, либо, если не получилось захватить корпус, он уже вертикально был, но я успел прихватить руку. Я эту руку как можно ближе к его корпусу прижимаю, чтобы образовался плотный контроль. То есть, если я не успел взять так, я эту руку как можно ближе прижимаю к его корпусу. Не к себе, потому что он выдернет ее, а к его корпусу. Когда вы будете делать так, так гораздо тяжелее ему выдернуть. Обязательно перекрыть ногой его ногу, чтобы он не смог поставить распорку. И когда вы взяли захват либо такой, подбивая рукой, мастим в сторону захваченной руки, его накатывает. И тут же ручки поджимаем, чтобы вам не вышли на руку. Это у вас первое действие техническое. Второе, которое вы все знаете, это та же самая креветка. Он вас бьет, вы его подбили, выбрали одну ножку, прицепились, выползли до конца, гард вернули, ручки захватили. Задача понятна, ребят? Понятно? То есть он вас слегка бьет, вы его подбиваете, ловите руки, пробуйте накатить, либо подбиваете, выползаете. Выползли, вернулись в исходное положение. Сейчас вот раунд один так работает, раунд другой. А как я руку-то?
Коленями отключить плечи и сделать руку с имитацией добивания. Уже можете так по лицу товарищу слегка натрескать. Задача нижнего — это выползание, подбив, креветка, переворот в груди. Понятно? То есть совмещаем первое и второе задание. Ну что, в одну ногу. Все знакомы с техникой прохода в одну ногу? Отлично. Значит, с чего мы начинали? Оппонент выбрасывает джеб, я убираю голову и выполняю небольшой подшаг. То есть я не ухожу сюда, там, допустим, для удара, а наоборот, я убираю голову и ставлю ногу поближе к нему. Далее, я понижаю свой центр тяжести, выполняю проход в одну ногу, зажимаю ручкой. Ручками его ногу и бедрами желательно. Осаночка прямая, ножки подсогнуты. Далее я давлением плеча и груди на бедро и движением рук выполняю движение под названием посадки, скручиваю. То есть я его по сути проваливаю в пустоту, давя грудной клеткой на его бедро. Значит, после того, то есть еще раз вместе, я убрал голову, встретил его, соответственно, после встречи, если у него руки не будет, он скинет голову, да, после попадания его баланс нарушится. Я вошел, выполнил посадку, далее я убираю ногу в сторону, наношу сразу два мощных удара и прохожу в маму. После этого, чтобы не улететь и истощить оппонента, я цепляюсь ногами, немножко держу его в этом положении. Он подергается, подсопротивляется, подустанет, я потом выхожу в знакомую вам позицию, и вы все знаете, что оттуда надо делать, да? То есть мы сейчас уже всю связку собираем вместе. Вам напарник выбрасывает руку, вы встречаете джебу, проходите в ногу, выполняете посадку, обходите ногу, бьете раз, два, уходите ему в маму. Понятно? Ты должен понять основной принцип. Когда вы летите в маму, ты не должен отворачиваться. Потому что он себя так отключит. Наоборот, убираешь голову вниз и выкидываешь руку в ногу. Видишь, ты отклоняешься и лишаешься баланса. Не вперед шаг сделай. Не вперед, а вот, не спеши. Теперь смотри, когда ты его, короче говоря, коснулся, выполни еще один пошаг, еще ниже, и приди к нему. Раз, два, и садись на колени. А, нет, еще.
этот проход в две ноги, замаскированный под удар правой рукой. То есть Роман выбрасывает, допустим, либо свою правую руку, либо двойкой на меня пытается идти, иди двоечка. Вы от первого прожмите. Вы от первого ударчика оттянулись, вот он бьет вторым, да? Вы его принимаете на блок или выполняете сбив, выполняете контратаку. И после этого проход. Либо от первого движения оттянулись и пробиваем сразу. Смысл какой? Не пропустить либо первый, второй удар, либо первый, который вас дестабилизирует. То есть я оттянулся, допустим, второй заблокировал, ударил. Либо от первого оттянулся и вторым контратаковал. Смысл дальше, чтобы под удар правой замаскировать проход в ноги. Я от первого оттянулся, вижу, он бьет, я его в разрез бью и захожу. Когда я прохожу в ноги, значит, чтобы проход не был героическим, не наклоняемся, соответственно, моя задача. Почему я говорю, проход в ноги маскируем под удар рукой? После того, как я выбрасываю руку, я сразу начинаю выполнять шаг. То есть я не бью, потом шагаю, то есть без паузы, раз, два. Я бью, я знаю, что мой центр тяжести летит вперед после удара. Он уже, по сути, подготовлен для прохода. Я еще ниже шаг выполняю. Дальше. Я, если так вошел, я его выбью вперед, но желательно вам приставить ногу и дальше по кругу с ним походить, потолкать. То есть старайтесь, когда вы проходите в две ноги, неважно, будь то с колен приставить ногу, будь то таким образом ножку приставлять, не оставайтесь в проходе с забытой задней ногой, он ноги отбросит, вы его никогда не догоните. Поэтому, когда вы оттянулись, ударили, прошли, успеваете по кругу. Здесь та же самая история. Бам-бам, грудь, колени, выход на руку. Давай. Так, вы уже и по кругу. Вот. Как там? Справа. Куда ты головой побежал? Я вот так.
парами. Зашли победные тут сразу. Вон и где ты? Максим, двигайся, не жди. Максим, двигайся. Он тебя все равно не стал. Мы это уже проходили. Как это здесь?
Хорошо, построились. Ну что, мы тренировались, а время остановилось, да? Надо повторить. Результат не достигнут. Чуть туда выйдет. Извините, коллеги, я прошу, что встаньте. Обращу внимание ваше все-таки на постановку какого-то плана на спарринг. Не рубитесь в стиле слабоумия и отвага. Ставьте себе какую-то микроцель за спарринг. Я хочу попасть там такому-то спортсмену или там своему оппоненту такой-то удар. Я хочу провести такой-то бросок. Я хочу выполнить такую-то комбинацию. Добивайтесь успеха, добивайтесь больших целей через маленькие кирпичики, маленькие микроцели. Каждый спарринг, каждая тренировка должна быть насыщена каким-то смыслом. Маленьким. Хочу там попасть в лоу-кик один раз. Ну, правильно. Хочу там пройти в ноги хорошо. Пройти в ноги. И надо это добиваться. Поставьте какую-то себе задачу на спарринге. Ну, просто так меситься это весело, интересно, но непродуктивно. Вы не растете как атлеты, потому что на спорте высших достижений выигрывает тот, кто умнее, кто может сменить тактики, кто может предложить разные стратегии поединка. Если вы будете безбашенным рубаком, ваш потолок это КМС, в лучшем случае мастер спорта, если при жеребьевке повезет на старт. Надо смотреть вперед, надо учиться. Плюс, опять же, обращаю внимание ваше на защитные действия. Надо все-таки уделять внимание, уклоняться, защищаться, двигаться правильно. То, что вы в шлемах, то, что вы в перчатках, это не говорит о том, что не надо защищаться. Защита – это основа правильной и успешной атаки. Если вы не умеете правильно двигаться, правильно защищаться, вы не сможете правильно атаковать. Если у вас сильный плюх, это не значит, что вас до этого два раза не ударили, пока вы размяхивались, да, Денис? Приготовились, построились, стали нормально строить. Все, всем спасибо за внимание. Можно у нас зал по 30.